Добрый день, меня зовут Мария Красильникова, и я играю на флейте. Живу в городе Санкт-Петербург и обучаюсь в средней специальной музыкальной школе Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Николая Андреевича Римского-Корсакова. Прохожу обучение в классе заслуженного работника России Пименовой Ирины Петровны. Играю во Всероссийском юношеском симфоническом оркестре с 2018 года, и сегодня я исполню вам произведение французского композитора Эжен База «Образы».